Теплеет, весна близко, дети радуются. А это что за мальчик? Я его в первый раз вижу. Он, наверное, из семьи Охты. Это его сын. Нет, он его родственник. Он потерял родителей и остался сиротой, и его привезли к Охте. Понятно. Бедный мальчик. Гора! А, что тебе? Почему никто не играет с этим мальчиком? А? Ты про Манки говоришь? Его зовут Манки? Да, а ты не знал? Он такой одинокий, а почему вы не хотите с ним играть? Не получается, он не хочет. Почему? Ты не узнавал? Я его не раз звал, но он любит одиночество. Я-то здесь при чем? Если вы мне не верите, спросите сами. Сами спрашивайте. Поняли? Он, наверное, еще не привык жить здесь.